В Казахстане может подешеветь обязательная автостраховка. Со следующего года на ее стоимость будет влиять аварийность региона. Раньше эта статистика вообще не бралась в расчет. Сейчас при расчете стоимости страховки учитывают возраст водителя, его стаж, тип и срок эксплуатации авто, регион регистрации и дисциплину самого шофера. И вот теперь в список включили аварийность региона. Этот коэффициент будет утверждаться на год и рассчитываться автоматически. Уже известно, что таким образом страховка подешевеет в 11 регионах. Среди них Алматы и Атырауская область. В 7 областях ситуация с авариями хуже, а значит и страхование там станет дороже. А вот в Карагандинской и Улутауской областях цена останется прежней.